Всем привет, ребята! Мы поднялись на башню, алфавитную башню в Батуми. Вот тут ходим, мама кушает десерт. Кстати, насчет ролика какого-то. Ну, я не знаю. Пластилин вот этой платной игры мы еще не загрузили. Так, я вообще захотел вам показать тут много чего. Вот еще. Цветочки меня попросила. Снова лучше. Вот вид такой тут красивый. Чай. Вы можете, кстати, сейчас повернуть или как я сейчас это делаю. Можете повернуть вот так и, короче, вот так. Например, телефоном, камерой. И вот так будет видно, короче, поворачивать. Камера необычная, вы можете смотреть и слушать меня, конечно же. О, это шутка, глаза не буду трогать. Так, что я хотел показать вам? О, вот, красивое растение. Не знаю, как называться, но у нас типа дома такого есть. Так, сейчас мы поднимемся. Правда, красивые ребята, да? Так, сейчас мы поднимемся, походите. Так. Я еще вам покажу экстрим. Вот, кстати, какая-то штука, это... Я не знаю, что это за штуковина. Может, вам когда-то кто-то рассказывал, вот. Погодите, у меня проблемы тут. Камера очень сложная. Да блин, а чё это с ней? Оп. Всё теперь нормально. Классно. Очень. Вот тут. Это ядерная бомба. Вот, кстати, он сейчас позор снимет. Так. Всем привет. Да чёрт. Сейчас с камерой. Hello. Это моя рука. Это мои hands. Шли дальше. Наша ядерная бомба. Ой, погодите. Вот она. Так, идем дальше. Что дальше у нас? Сейчас покажу вам очень красивое. Вот, снял. Я потом посмотрю, как это получилось. Это кайф очень. Я смотрела наподобие видео. Хорошую такую. Ну, все, наверное, я, на этом закончу. Наш всем проводите. Он мой, кстати, батя. Па, привет! Вон он стоял, наш батя. Дрёжнёк. Ещё. Поднимем. Не спустимся.